Прося, ну что такое? Никакой нежности. Володя, ты это говоришь? Быстрее дверь закрыть. Успешите, вот еще обернется и говорит, тише все ходят и больше всех сама себя задерживает. Неуважение к пастве. Господи, слава Тебе. Боже всемогущий, хвала Тебе. Прибуди с нами, Владыка, и мысли направь в горнину. Мужчина сотрудничает самих себя, приготовится нести крест, дарованный Тобой, и следовать за Тобою. Тебе хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, кого-то не вижу. А где остальные? Они крестятся. В храм пошли. А, в храм. Так ты не до конца был? Я нет. А ты, при тебе причащались они? Да, да. Ну, видимо, беседа какая-то. Нет, там благодарственные молитвы. Молитвы. Ну, они должны подойти. Так, не отвлекайте. Когда вы намерены уезжать? Ну, сейчас Саша выйдет уже. А? Сегодня. Во сколько? Ну, как приедет папа, так поедем. Ага. Тут у нас распорядок такой. Пообедаем, и говорят, занятия будут, нет еще. Так, от нас что вам нужно, чтобы не задерживать вас? От нас, от вас молитвы только. Молитва. Чтобы я Бог подумал дал... так, можно занятия будет скажу? Или не будет, мы не знаем. Молитвы, чтобы Бог дал нам страх Божий. Вот. Хо-хо-хо. Да. Если я вам дам свой страх Божий, вы из дома не выйдете. Ну так может и лучше. Так. Мне вот что хотелось сказать, чтобы уезжал, когда робот Ваня, что он там умел, то и сыграл. Ливия брала любимое произведение, которое трогает, и мы пошли бы, она бы его нам исполнила, и мы записали на память. У тебя же есть любимые какие-то авторы, композиторы, да мало того, одного до второго еще. Как только поедим, мы сразу туда пройдем, а за занятиях не говорили, может их и не будет. И так сегодня у нас наполнено все. А просто мы поговорить не успели. Ну, это, понимаете, надо узнавать, а узнавать не у кого. Сразу не сказала, идти по домам. А уже время 11:30. Так что, ну, просто раз в году такое у нас событие бывает. Так. Вы когда? В среду утром. В среду утром. В 5 утра уже поезд. На этой неделе? Да. Ну, вас я не спрашиваю, это еще месяц. Так, а вас вообще спрашивать не хочу. Машину на прикол и строить. На какие? Господь даст. Господь усмотрит. Материал дадим. Глина, да? Ты отсюда сейчас пообедаем. Куда идешь? Никуда. Поеду, а не иду. Ты зайди к этому, к Алёше. Я дал флешку записать фотографии. И ты мне запиши свои, скинь на эту флешку. И ты флешку верни. Это тебе, ну, недолго. Она сейчас записывает. И мне... А мои фотографии может тоже кому-то да, дать? Да, отдай ему все. Я скажу сейчас. Скачай. Кому-то мне, кому-то. Скачать нужно будет. Так, мы договорились. Меня возьмите. Папа, ну, маленько задержим. Как только поедим, мы сразу вернемся туда. Придем к Кустиновым. Ну, конечно, один раз и ничего не будет. Руки опусти. Ты еще не замужем. А то на мужа так фыркать будешь. У меня есть желание, и, видимо, так и будет. Запишем Виталия, его жену, как они пришли, как Бог путь их проложил. Чуть оплаточек. Господу. И я не вижу, там, ну, кто там причащается, там еще у нас приехал Владимир. И всех они идут постараемся записать. Виктор, говорит, пришла к Богу. Виктор говорит, они идут уже. Идут уже? Да, он Виктор говорит. Ты их видел, да? Да, я на мотоцикле ехал. Так, все, что у нас было намечено, братья сделали, видите, как пирс наш вышел из строя, вода поднялась выше, доски плавают, и поэтому сделали вход, и нормально совершенно прошли. Резину вот такую вот настелили там по дну, и перила сделали, пошли вчера. Поэтому одному ничего нельзя сделать. Меня как-то собрались тут люди недружественные ко мне. Ну, они раз недружественные, с разных сторон съехались, один местный. И вот они выпили.
Иначе разговора никакого нету. Выпили, а разговаривать не о чем, только обо мне. А говорит, сравнивать, а у них ничего и нету. Тогда один говорит, а вот общину-то создать, никому не создать. Община – это общая. А у каждого человека своя воля. И всех направить в одно русло. И чтобы жили, ну вот они, первый раз встретились, пожалуйста. У нас даже с Шариком подружилась. Самый большой друг у нее. Видите как? Они даже враги, не расположены и понимают, общину создать. Это не пуд соли или пуд. Нет. Это молитва. Вот люди, которые пришли, они уже будут друзьями. А что лучше, чтобы эти люди у вас, которые приняли крещение, остались для Потеряевки или уехали? Смотря с какой позиции. Мне бы лучше, чтобы они остались. Но когда подумаешь об общем деле, то лучше, где они были. У них там связи, они там свидетельствуют и несут Слово Божие. У меня есть одна семья такая. Она работала стюардессой, а моя сестра на корабле. И они как-то там познакомились. Через нее мы вышли. Она Папандопула, греческая Екатерина. Вышли, что на Марину. А Марина в Греции там вывела нас на всю греческую диаспору буквально. Как Бог все делает. Даже ну, человек, который и не думал помогать, а он поможет. Вот нам интересно, которая Надежда приехала, у нее фамилия Благодатская. Фамилия-то какая? Удивительно. Сын у нее неразумный, там 30 с лишним лет не работает еще. Она сколько перенесла? Вот они. Все идут. Так. Да с розами, да ой-ой-ой. Сейчас обедать будем. И поэтому, вот она только коснулась немного и говорит, а я узнала о вас, а там Рося Юрасова, архимандрит Ивановский, он был не один раз. И когда-то где-то он говорил, упомянул, она стала искать, нашла. Андрей Кураев выступил обо мне, сказал, давай, кто самый знаменитый миссионер современности, а потом называет меня. И вышел Юрий Соболев. Видите как, новые люди. А через него там уже сколько людей, где он преподает в университете, в академии государственной и при партии ведет занятия. Я вас запишу сегодня. Только сначала мы пойдем, чтобы Ливию подготовить. А ты хорошо думай, какие произведения ты могла даже, ну не целиком, если они длинные. Ну, чтобы можно было нам записать и прослушать. Заходи. Все. За стол. Я это позвонил. Насчет меда позвонил. Прям сам будет готов, так что будет может подъезжать. Да, только надо. Потом это уже, наверное, уедет. Завтра обещает дождь в 10 часов. Ну вообще понедельник. Володь, а где сумка? Там у меня кепка моя лежала. Там дома. Там внутри. Из рукава достал, как этот. Давай. Это нормально. Давай. Коля, все, садимся за стол. Сообщи, скажи, тут все в порядке. Мне дают возможность лежать не три раза, а сколько хочу. Где у вас сумка-то? Три. Да. Это не моя сумочка, это мальчика, но потом мы ему отдадим. Зарядка есть? Ну, потом... Здесь. Нет, мальчика, вот потом отдадим. Да, где зарядка? Придем. Ну, не надо, у меня своя зарядка есть специальная. А ты зарядки ты делал? Ты там что-то доело. Все, полная тишина. Кто разговаривает, вот сюда сразу выходите, чтобы вас не вытаскивали. Внимание, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. По славу Божию, ешьте до света. Пейте святую воду. Чтобы имя было.
Буска, как у тебя дела? Одесская, одесская. Сергей Павлович, тебе половинку? Одесская, одесская, одесская. Сейчас я здесь. Давайте он еще первую половинку. Так, все, Володя, садись. И свою бери, на мою не записывай, потому что он очень много дает.